их банят, там берут. Ну, смотрите, это Ты очевидный в лол бан этого. поиграл, да? Да, поиграл в лол. Я еще буду играть в лол, Лех. Кёмова? Возможно. Да, поиграл. Хочешь со мной поиграть? Очевидные баны кого? Ну, Висп Чен, когда у них... ФП, знаешь, что будет, Лех? Не-а. Ликан. Рейден. Ого. А почему? Хороший герой, что ли? Они 7-2 игры просто сегодня выиграли. И чтобы дайрам не отдавать, потому что они Ликана любят. Так что, они могли его забанить? Ну, ФП Ликан это такое? Слушайте, парни. Собрать не могут, что ли? Да. Ликан, да? Оп, вот, это я, конечно, гений. Гений. ребят. Ну... КГ. Роджера, я Роджера подключал. Так, и что тут у нас? Петя, Нага и Дракон. Вот ненавижу тех людей, которые пикают Джекира против Какао. Ну вот тупые. Против Ликана тоже странный выбор. На самом деле, на самом деле. На самом деле, типа, он атак спид замедляет с умоном. Кто там? Гирыч? Ну, Гирыч еще более-менее, на самом Гиролётик. Деле. Так, Гирыч сейчас говно. Не, ну он может как и герой, ну, в смысле, на лейнерге ты имеешь в виду или что? Так ты вилл, и у Где него же Гирыч? таланты. Это что такое? О, ДК взяли. ДК? Ну, ДК хороший герой против Ликана. Хорошо стоит линию против потмы. ДК это мидовой, да, типа? Ну, блин, Да. ты тут... Ну, Но это не ласпы герой, мне кажется. Так, ну что, давайте комментировать, как комментаторы. Давайте. Команда Radiant. No Fear сыграет на SkyMage, Нонграта Clockwork, Айсберг сыграет на своей фирменной Патме в миде, Ойзмана Флайли Шрак и Сайлент на Ликантропе. И команда Эспада. Герокоптер у нас АЛТВ, один из сигнатурных его персонажей. В скобочках вообще не знаю, на чем, как он играет. Так, Миша, легендарный саппорт команды. Охуел, что ты на АЛТВ пиздец? Ты наш, это чемпион мира. Нельзя так, нельзя так, нельзя так с комментатором. ТХД у нас будет играть на Мише. Значит, в миде будет стоять Dragon Knight против Мирана. Отличный, мне кажется, герой. В целом может составить неплохую конкуренцию по ласт-хитам Миране, так как она... трудом может что-то сделать. Иммершн на Наги Сирене, Андайнг. Вордия БЗЗ. Стася. Сразу хочу сказать, коллеги, что стоит нам подмьютить игроков, потому что спам вот этими фразами совсем, конечно, некрасиво. Все время в чате вот эти все звуки. Да, я согласен. Как-то несерьезно все-таки это. Не, ну типа это вообще неуважение. Да. И что мы видим? Что мы видим? Что два пса уже находятся на центральном коридоре. Сентря префайром стоит в кемпе почему-то. А, это вражеская сентря. Ебал. И драка за руну. Кто же победит? БЗЗ пытается прокликать баунти руну. И нихуя не получается здесь у команды Эспада. Гонит они лишь Широка. И Широк текает, пьет фласку. На развороте какой-то замес. Бадян вкачал эроу. ФБ на Миша! ФБ! Кстати, я заметил, а у них еще 4 руны они забрали. 4 руны. ФБ 4 руны. Еще яро. О. Ну, и... здесь... Если Нага умрет. Не, Нага здесь не должна умирать. О, красиво. Какие станы. Красиво. Не, станы крепкие, крепкие. Красиво. Ну, кстати, вот сейчас они немножко выровнялись. Вот эти 2 килла, если Сайлента убьют сейчас, а его убьют. Да, на самом деле. Ну, лучше, чем. Ну, да. Ну, я не знаю, они очень хуево на руны как-то разошлись. Он выжил. Кстати, я заметил, сейчас на Ликане все лопаты. В натуре. Точно? Батя давно в доту не играл. Так походу. В смысле, он стоит на фрифарме 9-1 у герокоптера, скорее всего, это не только коги. Не, ну там есть коги, там точно. Там немного типа. Коги, там не, 2 да. коги, наверное, максимум. У всех клокерков есть коги в динаях, но ошибочка, тем не менее, мне кажется, много фира. Очень. 200 голды, ЛТВ сейчас 4 крипа убил. Без этих Нет, киллов это не 4 крипа. Это... Сейчас у нас Миша отправляется в зрительский зал. Воу, воу, воу. Еще и... Да, это минус 2. Бадян, смотрите, везде успевает. Там даблкил, там. Так, а Тавр ключ. В миде ДК так сильно и не прохарасил. А он ХП. Опять, у него только форма откатилась, он нажал пару раз, плюнул и прилетели ребята. Ну, Бадян по левелу просел, кстати. Не, ничего подобного. Ну ладно, там клок. Так. А, ДК в миде сдох. Не, они... Кстати, не, это, все блин, уж... очень жесткий, очень сильный фраг. Еще по дурно прям клокер вот сразу реализуется. Это что я говорил, типа...
Я не знаю, ну, питлорд ХД, есть ли смысл раскачивать питлорда, потому что он все равно, ну... Короче, он может форстав купить быстро, типа. Точно надо качать гира. Я уверен, что если идешь в хард, гира ТХД ставишь здесь, в этом сетапе. Петя один терпит, и Нага двигается по карте, забирает руны, помогает там. И уходит вниз, также в спину. Типа... на ДК играешь, получается. Ну да. Что раз ДК нафидел? Да не, он... Нет, тут всё, тут пизда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут уже пизда. Да них просто на скеле на самом деле душат. Да разве на скеле? Да ну, они их просто переигрывают. Ну. Так тут нет шансов. Вообще никаких. Вот смотри, ТХД левел 4, Нага левел 5, Гирыча нет, Пети нет в игре. У одного ДК все нормально, а там все герои покачались, у всех все заебись. Ну. Я же говорю. Ну, мне пик больше. Я говорю, имею в виду на скеле, то, что мне пик больше удар нравится, чем у Радиант. Каймак один, мне кажется, уже всю команду убьет вражескую. Этот вот бешеный товарищ, ну, талисман, этот брасер, вот это вот просто так. У них еще по-любому вижена нет. А, не, есть, смотрите. Ой-ой-ой, плюс 500. Если Гирыч оставить как-то, ну это невозможно. Плюс 500 для Гирыч так-то. Да это вообще незначительно. Мы почти молния. Парни, а как же хайп комментаторский? Ну мы такие, знаешь, правдивые комментаторы Андрюх. Да-да-да. Ну тут... Тут реально шансов нет. Тут пизда уже, конечно. Не, Бодяныч, знаешь, как комментировал Андрюх? Он в доте смотрел счет, еще и спойлерил на стриме, когда комментировал. А, нормально тоже, да. Типа говорит, о, они уже закончили. Вот так. Вот такой вот комментатор. Ну да, поэтому надо в хард пиздавать. Так, инициация в миде, скиллы потрачены. Тавр. ДК впитал. Минус, минус тавр, Никс забирает тавр, но тут он неплохой проказ дает. Тут пизда. Хорошо врывается, Клокер убивает Никса, Лишрак, Always Wanna Fly. Боже мой, как много дэмэджа. Еще и живет. Айсберг забирает одного, забирает второго, и это не игра, это вы сами помните, что так там чё, говорится дальше. Че они не ливают? Не, ну тут пизда. Ну, да. Сокастер, как бы, Там у Ликана будет третья некра через да не, там где-то. У Наги шестого левела нет. Это айспас, Лёх. Уважаемый сокомментатор, ты чувствуешь? Ты чувствуешь? Ну, кстати, хорошая драка. Кстати, да, неплохо. Минус Клокерк сразу же не могут ничего сделать, еще и Аулус на флюе заберут. Никс убивает. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну тут пизда. БЗЗ хочет улететь, понимаешь? Так убивайте БЗЗ, БЗЗ убейте, убейте БЗЗ. Ну получается улететь. Слава богу, так сказать. Ну флай в соло. Нет, это было сильно. Сколько весь шлёх? Гир здесь я. Сколько? Если меняется, у меня просто появляется дряблая пузика потихонечку. Вес 77, наверное, сейчас. У меня сейчас так же плюс-минус. 577. Появляется такое, знаешь. Подуставшая чуть-чуть. Надо потихоньку начинать двигаться. Лёх, качалку запишись. Кресло-качалку. Покрашу волосы, запишусь в качалку. Это не от ноги зависит. С агримом дизраптора там и подъебу. Не, я не про это. Я про метеохэна. Да Нага заебала, пофиксите нахуй эту хуй. Откуда у неё шмоток столько? Если Нага такая какая-нибудь... Это богатая получилась внезапно с ПТ-шечкой, она же нормально резать будет. Пать! И чё, кстати, сейчас у Волка форма заканчивается, единственный шанс выиграть игру, это вот его уебенит. Герокоптер уже летит. Летит герокоптер, сейчас будет прокастичек. Сейчас будет прокастичек. Да он отменил. Кстати, зря, сейчас герокоптер будет накрывать. Ну накрывай же! Он отменил ТП себе. Отменил, да. Он, блядь, отменил себе ТП, он не дает прокаст, только сейчас дает. Вовремя. Кстати, хорошая драка, хорошая драка. Нормально, да. Если в Нонграду как-то никак. Нормально, чё. Там Бодян тавр забрался. Если бы он ТП на Т3 нажал, а не на Т2 и не отменил его, то еще бы ДК не умер. Да. Да я гоним бы на самом деле, типа много погоды. ДК, чтобы камбэкать, ему надо ну, смотрите, выход с маке, так, Always on a Fly знает, что где-то на он здесь находится, вышли из смока. Неплохой килл, неплохой килл. 339 голды сейчас. Ну, неплохо это лут, было бы это... Было конечно, кильчик герокоптеру. 233, прошу прощения. Так и чё? О! Слип. Так он умрет все равно. Не умрет. А, да, умрет. Минус ульт, кстати, еще байбек от Лишрачка. И жить. Нет, не живет. Не, ну то, что Герлет умирает, это, конечно, плохо. Да не проиграли. Да, ваш. Кей Вячеславович. На самом деле, из пада и
прошлую игру должны были проиграть против Team Spirit. Не, ну здесь по драфту я считаю, что у них все хорошо реально. Хороший просто... сбалансированный драфт. Просто все, что нужно, это как бы... Хотя бы ровно отыграть лейнинг. У них хотя намного лучше драфт по балансу. Но они ему награют намного хуже. Я не знаю, так, они просто хуярят ногами. SkyMax, стоп. Здравствуйте. Клокерка проблемы. Там Бодяныч топ ломает. Кстати, не все хорошо, если Клок сдох. Клок сдох, тавер сверху не падает, снизу да сломали. Все равно ничего не произойдет. Там что-то интересное сейчас будет. Так, в БКБ Миран очень много дэмэджа делает, фокусит Андерлорда, у него очень много хп, но он, возможно, умрет. Хотя нет, живет, пока на ролл нет, умирает. Проблема Клокерка здесь. Также под Кримсон... Нет, пошутил я, не под Кримсон Гвардом. Они реально решили сдохнуть. Между прочим... Алё, да там низ Ликан сломался. И SkyMag еще. Я вижу, что Ликан ломает низ. Там просто ржачно то, что Эгис дропнулся, и они пошли, сразу на ХГ зашли. Блин, это ч... а чего они так боятся? Типа, они боятся комбинации, они боятся... Андрюх, ты как позитивный комментатор? Не хочу тебя огорчать. Там скоро будут эти... 4 минуса. Так, бам, ликантропа цепляют. Есть некрочи, кстати, он может разворотить сейчас что-то сделать. Он умрет, что ли? Серьезно? Меня да, дота он погибает, меня дота наебала. А, не, Гера не умрет, Гера БКБ еще Гера есть. Нажимает БКБ, у него есть кулдап. Не, он не должен умереть, он не должен умереть. О, промон мажет, божечки, а он бы не убил его, Андрюх. У него худ. У него худ, но пайп, тем да не менее. Да, меня дота не наебала все-таки. Гирокоптер не кинул кулдаун, этот челебос не попал в дом. Ну как играть да. Не, ну вот хорошая может помочь в целом. Да не может, нету комбы никакой, нет сетапа. ТХД это не комба под ногу, это кусок дерьма. ТХД так а комбы под ногу это что? Ну это только дизраптор. ДК еще Enigma. Даст дэмэджа. Ну у них реально очень мало дэмэджа, очень мало. Есть БКБшка на гирокоптере, есть БКБшка на ДК, но нужны еще артефакты, чтобы что-то сделать. А если вот умирать на базе своей, около базы, то ничего хорошего тоже не получится. Неграбельно. Да, их да. Бодян уже слишком крупный. Если приходят в хард, и у тебя есть помощь от Наги, то это гарантированно выиграно. Так, врыв на ДК, у ДК есть... Вот пока у него есть форм, еще начинается какая-то странная драка. Так что, ВД Гира, Клок, SkyMag. Так, и вот ну, Айсберг ВД... попадает, божечки. Ой, какой хуярило войдет, вообще непонятно ничего. Ну, Айсбергу Покс, примерно айсберг говоря. А у них кто попал? У них кто попал? Какая разница? И не попал. SkyMag уже душит тоже сильно. Да Роджер на SkyMag. Ебать, он иллюзии развел. Я думаю, что... Вот то, как я представляю наш лейнинг с тобой, мы бы пришли, мы бы выиграли с Вич-доктором Даблу. Да вряд ли. Я не знаю, как вряд ли я бы играл на гир. Ну. Гиркоптер надо было мид ставить. Когда ты видишь под му уже в миде, почему не поставить гиркоптера в мид? И взять кора. Это не нужен абсолютно. Можно было с пугной даблы поставить. Так, мне предлагают выбрать лучшего игрока. Выбрав Fly. Парни, ну на самом деле Always on the Fly выиграл игру с таном одним. Види, когда промазал, тем? Нет, когда во всех дал, когда врывался, сжигал всех. Игра то... проебалась за 7 минут на линии. Игра... Ну да. Кстати, ну всегда будут голосовать за мидеров и так далее, хотя Айсберг в этой игре на самом деле ни хрена не сделал толком. Не, ну иногда за четверых голосуют. Он вначале побегал вроде нормально, там погенжил туда-сюда, а потом просто подкачивался, сплитпушил. Ну, их трех минутка. Хорошо побегал.